украинская сборная по плаванию. Ну, тренируются в бассейне. Тренер их шурудит, своих спортсменов. Говорит: Катя, как ты гребешь? Как гребешь? Вот так надо. О, молодец, правильно, давай, поплыла. Соня, ты что ногами заболтала? Ты неправильно гребешь, давай, вот так надо. Ну, Соня такая пошла. Ну, Соня, молодец, идешь. И тут бабушка такая заходит в бассейн. Смотрит на этих пловчих, такая: это разве пловчихи? Ты че, бабушка, это же сборная Украины. Смотрит на другую, говорит: это разве пловчиха? Ну че, бабушка, а как надо плавать? Вот давайте на старт, я вам покажу. Ну такие с бабушкой встали на старт. Бабушка прыгнула, всех обгоняет, такая туда-сюда, туда-сюда. Бабушка, бабушка, вы что, спортсменка была? Кем вы работали? Как кем? Да что я, это, проституткой в Венеции работала.